Доброе всем воскресное утро. Я тут сейчас буду разогревать блинчики, которые Таня купила. В общем, я хотела их три, как бы, когда я делала, у меня, ну, потоньше, скажем так, получается. А эти, я гляжу, они у нее прям такие толстенькие. Вот, и мне два достаточно. Даже более чем достаточно. Так просто разогреваю их. И все. И с медом. Очень вкусно. Завтрак такой. Ням-няшный. И кофейный напиток будет у меня. Нужно машинку бы поставить стираться. Но мы же сегодня барбекю будем делать. Шашлык жарить наверху. И потом вся просто... Все тряпки пропахнут дымом. А мне как бы копченые тряпки не очень нравятся. Копченая одежда, поэтому будем стирать завтра. Так, а сейчас я позавтракаю и пойду гулять с Чарли. Все по плану. Чарли, в принципе, уже ушел гулять наверх. Что я там снимаю? На голове у меня, конечно, непонятно что. Я просто намочила волосы, так как у меня там гель для укладки. В общем, как-то так. Сегодня буду как-то так. Такая красота будет ходить. Долго думала, куда пойти гулять. Там, в городе, как говорится, по повседневным тропам что-то не хотелось. Думаю, поеду я в свой любимый парк. Давно я тут не была. Красота, красотасная. У нас так хорошо на улице. Настоящее лето. И вот сейчас мы тут будем шататься и гулять. Потом как раз на пляж выйдем. Так, где Чарли? Чарли, Бенте? Почему-то он здесь не хочет гулять. Чарли? Он хочет по той дороге идти. Не знаю, почему ему здесь нет. Не стало нравиться. Где он есть? Ты здесь. Где он есть? Вот он. Видали его? Тут хочет. Тут народу много вон ходит, шастают. Мне тут не очень нравится. Ну вот, видите, не я собаку гуляю, а меня собака гуляет. Пипец. А у нас сейчас в бары нельзя ходить? Все спортсменами стану. Они вон все без масок. Я тоже сниму. Че, я дурак, что ли? Вон все без масок бегут. Какие-то странные люди. Причем у нас даже спортом надо заниматься в масках. Поэтому они без масок, а я че, лысая? Ну, я че, лысая? Потому что маски вот эти, они меня не защищают. Они их защищают. Но они обо мне не думают, а я о них и того меньше. Я же их знать не знаю. В общем, как-то так, разобрались. Не хочет там идти гулять, хотя там никого вон нету. Зараза такая, два раза. Ну ладно. А здесь у нас такие болота. Собак, может, он боится. Там вот собаки тоже гуляют. На-на. О-на. О-на. Пошли, ты сам туда не пошел. Теперь не смотри. Смотрит, поиграться ему надо тоже с собаками. Сам туда не пошел. Теперь не возникай. Сейчас на морюшку выйду, посмотрю. Знаете, что хочется? Окунуть ноги. Ну, написано 18 градусов вода. Мне холодно. Чё теперь, там пойдем или чё? Мама, бураки? Мама, бураки? Давай, пошли сюда. Минди. Ай, на травке. Он тут мокрый, правда. Синеги, маму, мама, бураки. Кларо? Мики, тики-тур. Тики-турин. Thank you.
столько машин, и вот что, это вот все машины вот эти вот, которые едут, они прям наши, с нашего города, да хрена, небось с Гранады все приехали. Несмотря на то, что нельзя передвигаться между городами, запрещено, но это просто нереальное количество машин. И что все вот с нашего города ломанулись на пляж. Как это, знаете, в Ералаше, не верю. Ой, потому что нигде нет полицейских постов, никто никого не проверяет. В общем, как бы есть такое постановление, что нельзя переезжать из города в город. Но все чихали на это постановление, на эти правила. В общем, да, как-то так. Пляж прям вообще забитый. Вот смотрите, все. Людей столько, полно, море. И несмотря на то, что все бары, рестораны закрыты, то есть на пляж можно только приехать, тупо погулять и, ну, может быть, кто-то может посидеть на сидушках. Все. Так вот. И велосипедистов дофига и больше. Прям вот они едут и едут и едут. И вот я их прям... Я не люблю, когда велосипедисты у меня попадаются на пути. Потому что приходится за ними ехать медленно-медленно. И они думают, велосипедисты здесь думают, что они цари дорог и что им все дозволено. Вот они могут перед тобой вот так вот ехать и все. И ничего им не сделаешь. Сигналь, не сигналь, там матом посылай, им по барабану. Несмотря на то, что очень много сделано дорожек велосипедных для них, а им насрать, они все равно по дороге едут. Хотя наверняка все эти велосипедисты сами шоферы. Ну, посмотрите, сколько машин. И что это, все из нашего города? Ага, сейчас. Так я и поверила. Вот, 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 вы посмотрите. Ужас. Куда они все едут? Зачем? Какой же аромат стоит моих шашлычков. Вкусняшка. У нас как-то стало пасмурно вдруг сразу. Аромат стоит просто нереальный. Всем приятного аппетита. Готовишь, готовишь, стоишь. Потом все за 5 минут съедается. И все. Еще угли горячие. Пришла убрать все, машинку поставить. Ой, хоть прям ложись и загорай. Все. Кстати, знаете, по-моему, шашлык сегодня не мы одни жарим, потому что везде разносится запах вкусняцкий со всех сторон. У меня тут, в общем, пшено. Стакан пшена, 2 стакана воды, 2 стакана воды и тыква. Тыква по вкусу. Так, чуть-чуть посолю. Чуть-чуть посахарю. Мне нравятся сладкие каши. Мне вообще все сладкое нравится. Тростниковый сахар. И отправляю вариться в мультиварке. Кто любит кашу с тыквой? Вы знаете, я раньше не любила. Так, где есть... Блин, промазала. Но бабушка раньше делала, но она как-то делала... Так, 45 минут? Нет, это много. Надо поставить на 20 минут. А потом, когда она сварится, 20 минут, добавлю молока, еще 2 стакана, и будет вот такая каша. В общем, бабушка насварила с тыквой, но какая-то каша соленая была, знаете... Вот, и мне совершенно она не нравилась. А тут мы с подружкой что-то ходили, сперли эту тыкву. И я говорю, давай с тобой это,
Она тоже хотела, не давай с тобой, она тоже хотела помешать, забыла. Кашу сварить. Тем более у нее дочка. В общем, ей это показано, как говорится. И вы знаете, на завтрак тоже. Я вообще люблю все каши. Все-все-все, без исключения. Нет такой каши, которую бы я не любила. Тыкву раньше терпеть ненавидела. Но здесь тыкву, знаете, ее кладут в такие вот блюда, например, соленые. Например, вот типа наших щей. Вот, щи и тыква, меня как-то не понимают. Для меня тыква это десерт. А они здесь нет. Ее жарят с чесноком и с паприкой. Потом вот такие вот соленые блюда. Как-то вот... Я такие не люблю. Хотя делала в прошлом году жареную тыкву. И довольно-таки неплохой получился вариант. Кому вот нравится сладко-соленый вкус, что ли, вот тогда, наверное, им понравятся такие вот блюда. Но я вот люблю все-таки сладкие. И вот сейчас буду варить. Мультиварочка будет варить. А я вспомнила, что у меня есть манго. Порезала себе манго. И... Вот где-нибудь через часик-полтора съем манго. У меня там еще одно есть в холодильнике лежит. Но оно там лежит, и не видно его, и я совершенно про него забываю. Мужу, кстати, дали вот такие вот... Это черные помидоры называются, по-моему. Очень-очень вкусные. И вот черные помидоры. А еще вот мандарины тоже. С сада. Сейчас вот здесь сезон мандарин. И у нас мандарины растут у людей, как вот у нас яблоки в садах, здесь мандарины растут. И они буквально вот у всех есть. Не знаю, сладкие, не сладкие, потому что обычно такие вот мандарины, которые домашние, они не очень сладкие, кисло-сладкие такие. А я же сладкоежка, я даже мандарин люблю сладкие. Ну, посмотрю. В общем, вот целый пакет. И много-много помидоров. А я сегодня хотела еще пойти купить. Хорошо, что не купила. Потому что я мимо нашего фруктового магазина не проходила, а ездила на пляж. Так что, видите, как знала. Поварилась у меня кашка. Она практически сварилась уже. Я сейчас добавлю туда также 2 стакана молока. И еще по 20 минут будет вариться. Но у меня мультиварка. Мультиварка испанская. Вот. Папиес. Ну, это кашки детские. Программа Папиес. Ну, я думаю, что на плите тоже так же можно. И каша просто великолепная получается. Ням-нямка, варить кашка. Каша готова. Смотрите, какая ароматная. В общем, на завтрак мне. Может, и сейчас съем. Но не сейчас, а на полдник. Как в детском саду, на полдник. Смотрите, какую королевскую ватрушку я испекла. С творогом. Я ее попробовала. Сегодня воскресенье. Сегодня можно. Поэтому вкусняцкая. Она еще теплая. Когда остынет, еще вкуснее будет. Но это будет завтра. Ой, какая вкусная. А пока я с вами прощаюсь. Всего вам самого лучшего. И всем пока-пока.